Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет интересное видео. Нет, это не вторая часть про чип, но вторая часть про чип, пацаны, будет после этого видео, если что. Заранее говорю, потому что там еще 300 лайков не набралось, поэтому набирайте на том видео, на первой части про чип разработчика 300 лайков, и выходит вторая часть, которую я уже снял, если что. А сегодня мы поговорим про фильку моего бизнеса. Как вы знаете, а кто не знает, слушайте, я купил себе месяц назад прибыльный бизнес. Довольно-таки хороший, это нотариус в городе Арзамас. И я владею им уже месяц, даже чуть побольше. И в этом видео расскажу, сколько же я заработал с этого бизнеса за месяц. То ли он этих денег, которые я потратил на него. Но перед этим я хочу напомнить, что играю на первом сервере Machine Holy Play. Мой ник Кирилл Путбуль. Не забывайте увидеть мой ник по регистрации. И также не забывайте увидеть мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч. На 10 уровне получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Machine Holy Play. Также, пацаны, обязательно подписывайтесь на канал, давайте постараемся до конца этого месяца набрать на канале 15 тысяч подписчиков. Я вам буду очень сильно благодарен. Все, пацаны, всем приятного просмотра. Итак, я уже приехал к своему бизнесу, получается. Вот он, нотариус, он находится, если что, в Арзамасе. По GPS-у пишите вот GPS, получается. 6-й пункт бизнесы. И здесь будет вот, 11-й пункт нотариусы. И вот нотариус мой, Family Kirill Game. Это для тех, кто не знает, где он находится. На карте давайте покажу, где он находится. Вот, открываем карту. И получается, вот у нас Арзамас. Здесь такая главная улица, кто не знает. И вот рядом возле казино находится мой нотариус. Вот, именно вот в этом месте. Я думаю, все понимают, где это находится. Кто хочет, можете здесь как бы обмениваться. Здесь зато вы можете безопасно обменяться имуществом, бизнесом, домом, либо машиной. И у меня есть к вам очень важный вопрос. Как вы помните, я раньше в своё видео вставлял рекламу своих бизнесов буквально 10-20 минут. Ой, 10-20 секунд. Вставлял рекламу там в начале, либо в середине. И если я буду так само вставлять рекламу про нотариус, вы будете не против или против? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Напишите в комментариях свое мнение. Как бы вы не будете против или будете против? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Код был 3 семерочки, но я решил поставить вот такой вот вход. Получается 4 двойки. Если что, в южном вход 5000 там стоит. Вот парковочка здесь есть, если что, пацаны. Так, вот парковка есть. Такое хорошее местечко, мне нравится. У меня как бы здесь дом на Рублевке, в Арзамасе находится, и рядом бизнес. Мне реально все очень по кайф. Так, вот у нас вход получается 4 двоечки. Заходим. Давайте я вам кратко объясню, что это вообще за бизнес, и покажу. Вот, кто подходите, обязательно это все прочитайте. И когда обмениваетесь, лучше проверяйте. Подходите вот сюда просто, получается, и обменивайтесь. Если вы кинули обмен, и у вас он не получился каким-то образом, либо вам денег не хватило, либо еще что-то, то оно забагается. Вам придется перезайти. Вам сразу говорю, вам придется обоим перезайти, чтобы у вас оно сработало. Когда вы обменитесь, вам пишется, на что вы обмениваетесь и какая будет доплата. Здесь можно обменяться с доплатой, либо просто обменяться дом на дом, либо машина на машину, симку на симку, бизнес на бизнес. Я думаю, это все в принципе понятно. Я думаю, самое интересное, что вас интересует, это финка. Финка этого бизнеса. Я вам и покажу, я уже посчитал, сколько я заработал за месяц. Честно, меня эта цифра устраивает, в принципе. Я не хочу продавать, но если даже буду продавать, моя цена, пацаны, 80 миллионов. Можете считать, что это дорого, можете считать, что я его за такие деньги не продам. Я его продавать и не собираюсь, но если кто-то хочет его купить у меня, моя цена 80 миллионов. Как бы вот так вот. Давайте пропишем команду BusinS. Скажу сразу, что этот бизнес такой необычный. У меня подобных бизнесов не было, и я понял, в чем его суть вообще. Так что я сейчас вам покажу финку, вы не удивляйтесь, я вам все объясню. Вот, пишем изменения и финансовая статистика. Да, вы скажете, вот хреновая финка и так далее. Стопэ, пацаны, стопэ. Это просто необычный бизнес. Здесь два варианта. Бывает либо пусто, либо густо. Я считаю, что это нормально, потому что бывает, да, финка в день 0, либо там 1030. Бывает финка 500 тысяч, либо лям 600. Самая большая финка, что у меня была за эти 30 дней, это лям 600. Я его купил, получается, 21 числа. Я вот сейчас скрин ставлю с той статистики, потому что здесь, видите, она пропала. Чуть поздновато записываю это видео. Я почему-то думал, что 21 будет нормально, но сегодня 20 число, это видео я выложу, скорее всего, именно 21, но это не точно. Ну, короче, неважно, пацаны. Вот вам скриншот, там финка была, и вот, здесь, по-моему, 320 чем-то было, я их тоже посчитал, поэтому все нормально. Сейчас вы увидите сумму, которую я заработал, получается, за месяц этого бизнеса. 7 миллионов там 300 чем-то, почти 7,4 миллиона. Я считаю, что это вполне нормально, но хотелось бы, чтобы в месяц я с него зарабатывал, получается, где-то 10 лямов. Это будет реально очень классно, если каждый месяц я с него буду зарабатывать 10
58 миллионов. Я быстро его отобью, так сказать. Купил я его, пацаны, за 58 миллионов, если что. Вот, можете финку посмотреть, кому интересно. Купил я его, получается, за 58 миллионов. И, получается, уже почти 8 миллионов я отбил. То есть, теоретически, возможно, за 5 месяцев, если я буду его пиарить видео, там, объявки кидать в свободку, то, возможно, финка будет 10 миллионов в месяц. Это довольно-таки неплохо. И за 5 месяцев я отобью его цену. И буду уже уходить именно в плюс. Сейчас я просто отбиваю свои деньги. У меня его хотели купить, но типа говорят, что дорого. Но я считаю, что 80 миллионов для такого бизнеса это вполне себе нормально. Потому что их всего 2 на сервере. Это в Южном и в Арзамасе. Поэтому я считаю, он своих денег стоит. Я честно доволен. Вот скажу вам честно, я доволен покупкой. Мне этот бизнес нравится. Продавать я его вообще не хочу. Меня все устраивает. Ну что ж, пацаны, вот такое вот было видео. Заработал я с этого бизнеса почти 8 миллионов, грубо говоря. Ладно, 7,5 почти там выходит. 7,5 миллионов я с него заработал. Это довольно-таки неплохо, я считаю. Хотелось бы больше, понятное дело, но меня устраивает, пацаны. Это довольно-таки редкий бизнес, который всего 2 на сервере, и он интересный. Мне он реально нравится. Я сам им даже пользуюсь иногда. Поэтому, пацаны, кто желает там обменяться чем-то, приезжайте ко мне, вход довольно-таки недорого стоит. Все надежно, прозрачно. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод, и всем пока-пока.